любой записанный звук должен быть обработан, особенно если качество этого звука с вашего микрофона страдает. Во-первых, нам понадобится аудиодорожку, которую я подготовлю из снятого мной видео. Для этого я нажму «Визуализировать файл», выберу MP3 и нажму «Рендер». Теперь аудиодорожка у нас имеется. Нам понадобится программа. Для всех манипуляций по обработке звука я пользуюсь программой Audacity. В принципе, удобная и бесплатная программа, которой можно обработать звук до нормального качества. Перетягиваем сюда наш файл. И проделаем с ним некоторые манипуляции. Первое, что мы сделаем, это уберем шум фоновый. Для этого выберем участок, где мы ничего не говорили. То есть пустой участок. Выделим фрагмент. И нажмем пункт меню «Эффекты». Найдем здесь подавление шума. И получить профиль шума. После получения профиля выделяем всю звуковую дорожку. Повторно нажимаем «Эффекты» и «Повторить подавление шума». После чего мы можем обнаружить, что здесь шум исчез. Позже, возможно, нам придется повторить данную операцию, если вдруг шум очень сильный, как в моем случае. А пока что мы нажимаем опять «Эффекты», дорожку оставляя выделенной, и нажимаем «Басы и высокие». Здесь вы должны найти свои собственные настройки, которые будут удобны для вас и которые устроят по качеству звука. Вы можете проверить, каково звучание. Замена цилиндра тормозного суппорта ВАЗ-2109. Если вас все устраивает, нажимаем «Применить». Следующим шагом мы будем использовать эффекты. Компрессор. Дорожка все так же остается выделенной. И нажимаем «Окей». Здесь, в принципе, можно опять же подобрать настройки под себя, но оставим как есть. Немножечко я уменьшу порог. И нажимаем «Окей». И еще один эффект, который мы используем, это нормализация звука. Минус 1 дБ. И нажимаем «Окей». Также можно прослушать, как будет звук. Нажимаем «Окей». После всех проделанных манипуляций, то есть у меня увеличился звук, а это значит, что шумы снова вернулись. Еще раз проделаем операцию с подавлением шумов. Выбираем участок пустой. Эффекты, подавление шума, получить профиль шума. Выделяем всю дорожку и повторяем подавление. В принципе, данных инструментов, используемых нами, будет достаточно для более или менее качественной обработки звука. Далее нам необходимо экспортировать файл в MP3. Нажимаем «Экспорт», «Экспорт в MP3», даем название файлу и нажимаем «Сохранить».
Возможно, при попытке экспорта в MP3 вам понадобится файл LAME, который вы можете скачать по предложенной ссылке в самой программе и указать к нему путь. Ну а теперь у нас есть два файла: оригинал звуковой дорожки и файл после обработки. Сейчас я покажу вам результат. Вы сможете сравнить, именно в моем случае, как удалась обработка. Ну, на этом все. Прежде всего, пока еще суппорт на автомобиле, нужно открутить тормозной шланг, потому что с открученным суппортом будет делать это намного сложнее. Следующим шагом нужно открутить два болта под шестигранник, которые крепят тормозной цилиндр к суппорту. Прежде всего, пока еще суппорт на автомобиле, нужно открутить тормозной шланг, потому что с открученным суппортом будет делать это намного сложнее. Следующим шагом нужно открутить два болта под шестигранник, которые крепят тормозной цилиндр к суппорту. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.